Вот в этом вот замечательном доме мы приобрели квартиру, и вот наши окна как раз. Никак не дождемся, пока въедем сюда. Прежде чем праздновать новоселье, молодой семье важно знать, что на квартире нет никаких обременений. Роберт и Екатерина Домбровские рассказывают, необходимые сведения получили быстро, новые правила помогли сэкономить время и силы. Документы здесь сейчас очень быстро делают, то есть практически никаких очередей, и делается всего один день это все. Удобно, и все это в одном месте сделано, то есть не надо по всему городу ездить, по справке собирать. В новом режиме региональная кадастровая палата работает с 1 сентября. Если раньше заявителю приходилось ждать 5 дней, пока придет выписка из Росреестра, то теперь узнать, находится ли недвижимость в залоге и есть ли на ней обременение, можно за один день. Самарский регион стал первым в стране, где кадастровая палата начала работать в рекордно короткие сроки. Информация из ЕГРП, она необходима при заключении любой сделки с объектом недвижимости. Поскольку эта выписка актуальна на момент ее представления, и чем короче срок ее представления, тем актуальнее информация, которая будет в ней содержаться на момент заключения сделки. Потенциальный там покупатель, либо продавец будет обладать полной информацией об объекте, который будет отчуждаться, либо приобретаться, и получит информацию о правообладателе. Чтобы получить сведения по новым правилам, заявителям нужно быть внимательнее. Теперь, подавая запрос на выписку из Росреестра, в платежных документах необходимо указывать реквизиты кадастровой палаты Самарской области. Алина Чемерез, Дмитрий Мешканцов, События.